Так, что, начинаем, что ли? Снимай. Сейчас в шуточной форме после выстрела. Хуёточной форме, блядь, заебал, блядь. Ну, давай. Всем привет, это Гидвейс. Сегодня к нам на распаковку пришли виртуальные очки Pico 4. Вот они. Коробка целая, не вскрытая. Давай скрывать. Давайте мне инструмент. Котик, спасибо. И что ж, мы имеем... Конечно же, мы так не будем скрывать. Мы будем аккуратно скрывать. Да, это потом уже вскроем. Да, конечно же, у нас есть канцелярский нож. И аккуратно распаковываем. Ох и хуета. Блядь. Как он? А, открывается он. В бок. Все нормально, открыл верно. Итак, после вскрытия коробки мы увидим сами очки и два джойстика к ним. Да, вот так вот. А что неудобно? Я их вообще верно держу? Ладно. В общем, два джойстика и очки. И что дальше? Так. Отстегиваем эти штучки. Блядь. Вытащили. Достаем. Непонятная коробочка. Что же тут у нас? А тут у нас, по ходу дела, инструкция. Инструкция на трех языках. На двух языках инструкция. Один с картинками. Кто непонятливый, кто вообще языков не знает никаких. Другой. Одна инструкция на китайском или японском. Другая инструкция на английском. Дальше. У нас идут крепления под нос. Крепление под нос. И для тех, кто носит очки, вставка, как я понимаю, да? Вставка для очков.
Дальше идем, видим мы зарядник. Это китайского типа или американского? Вроде бы не российский зарядник аналог. Нужен переходник сразу. Наверное, он есть. Тут еще до хрена коробочек. А, это ремень для этих, для джойстиков. Так, зарядник и как, конечно же, сам кабель. Сам кабель, чтобы заряжать. В принципе, по комплектации все. Сейчас, подожди, давай этот. Все, уберем хуету. Вот это тоже. Это тоже. Что-то до хрена всего как-то на стол не умещается. В сухом остатке мы имеем. Вот. Все, что есть. Итак, давайте дальше. Как я понял, надо сначала снять эти бумаги с линзы. Кайф. Дальше. Вот эту хуйту я не знаю, как собрать сами. Как? Она нужна вообще? Да? А, не, чтобы, наверное, не потело это. Ну, чтобы линзы не потели, когда дышишь. Чего, блядь? А, тут же еще как-то... Да, вот это стегнули. Как я понимаю. Вставляем. Вот, и все хорошо у нас село. Просвета нет, линзы не потеют. Но это не точно. После распаковки он у нас заряжен, не заряжен. Зарядка есть у него, нет. Вот нахуй его мне в руки дали. Я ж вообще в жизни не трогал, блядь. Вот именно, блядь. Чё тут? Пленочки, хуеночки. Ну зато распаковывать кайф. Бля, вот эти пленочки. Вот эти пленочки снимать. Вся хуйня. Походу это лишнее. Можно было и не снимать эти. Можно было и не снимать эти ленты боковые. Ну да ладно, зато. Итак, как включить? Включается, походу, это дело сбоку. Пленки. Эти пленки не мешают, может, не снимем? Будем снимать? Давай будем снимать. А, тут еще это, тут еще спереди надо снимать пленку. Ах, кайф. Не, ну можно эти пленки не снимать, в принципе, если кто. Хочет. Я-то привык все в пленку хранить. Надеюсь, это видео мало просмотров наберет. Просмотров 10 хватит нахуй. Блять, позориться. Итак, пленки сняли все. Сейчас. Куда нахуй? Так, сейчас что, одеваем? Не, а что я его одевать-то? Смысл его, вы же ничего не увидите все равно, да? Да, давайте проверим, есть ли зарядка там. Индикатор загорелся. А встроенные камеры показывают то, что у нас происходит вокруг. Там, наверное, не видно будет даже. Смысла нет. Давайте все-таки посмотрим.
А тут... О, заебись. Можно отрегулировать положение, чтобы он с головы не вылетал. Тут сзади есть крутилки. Его закрутили нормально. Итак, на экране у нас показывает сейчас то, что нужно взять два джойстика в руки. Вот мы их взяли. А джойстики-то я и не включил. Стоит. Вот. Джойстик включился. Да. Второй джойстик включился. Два. Итак, вот, наконец-то у нас джойстики заработали. Есть меню. Выбор языка. Русский язык есть в настройках. А, просит сразу подключиться к Wi-Fi сети. Будем подключаться, нет? Какой? Подключились к Wi-Fi. Политика конфиденциальности на японском или китайском. Мною прочитанный, конечно же. Подтверждаю. Настраивайте гарнитуру, пока изображение не станет четким. Настраивайте. О, заебись. Хуже стало, но заебись. Так. Это пойдет. О, теперь я вижу вас. Установить границы. То есть, получается, нужно настраивать по умолчанию. Поставим, чтобы этот перейти в мир виртуальной реальности. Вот меню, земля. О, как красиво тут. Ну что ж, просит сразу обновление системы. Мы пока обновлять его не будем. Так. Ну все тут, что тут? Обзор-то. Заебись. Все работает. Настройка готова. Распаковка есть. Развлечения, приложения. Где порнуха? Как включить порнуху? Где тут порнуха? Ебать. Да я, походу, на капитанском мостике был. Блять, где мои ноги? Так, первым делом после включения переходим по значку времени, заходим в настройки, заходим в основное, в самом низу информация, версия ПО. Туда надо ткнуть примерно 7 раз, чтобы у нас включилось меню разработчика. Утыкаем, пока оно не появится. Вот, далее переходим в это меню и включаем отладку по USB. Подтверждаем. Скачиваем вот эти два архива по первой ссылке в описании и подключаем включенный шлем к компьютеру. Извлекаем архив с проверялкой. И запускаем файл omcheckbat. Он нам покажет, какую версию прошивки нам ставить. True или False. В корне папки шлема нужно создать новую папку с названием dload. Далее важный момент. Если показала True, скачиваем файл по ссылке с True. Если False или ничего не показала, скачиваем нужный нам файл. Далее копируем подходящий для нас файл в папку dload, которую мы создали ранее в шлеме. По окончанию копирования отсоединяем шлем от кабеля.
После надеваем шлем, и в моменте, где он просит обновить у нас систему, нажимаем «Обновить в автономном режиме». Также это можно найти в настройках обновления системы. По окончанию обновления шлем у нас перезапустится и выдаст вот такое предупреждение о солнечных лучах. Закрываем, нажимаем «Продолжить». Далее переходим ко второму архиву. Берем архив с первой ссылки, распаковываем его. Внутри нас ждет инструкция. Первые две части инструкции мы уже выполнили. Кто не сделал, перемотайте назад. Архив тоже распаковали, поэтому подключаем включенный шлем к компьютеру. Запускаем Install USB Driver. Нажимаем любую клавишу. Нажимаем «Установить», и все, драйвера установлены. Теперь запускаем второй файл «Switch to Global Area». Нажимаем любую клавишу. Далее нужно будет немного подождать, пока программа установит все необходимые компоненты. В конце шлем автоматически перезагрузится, и программа запросит нажать любую клавишу. Нажимаем. Все, наш шлем готов к использованию. Теперь, надев шлем, нам нужно зарегистрировать наш аккаунт в Pico 4. Вводим почту, выбираем дату рождения, выбираем абсолютно любой регион, к примеру, я выбрал Германию. На указанный email вам придет код, который также нужно будет ввести в шлеме. И устанавливаем пароль. Если вот здесь появился ваш аккаунт, то значит мы все сделали верно. Обновление на шлем мы не загружаем. Для скачивания игр нам нужно скачать любой АПК, который подходит на Pico 4. Не все игры совместимы и не все работают. Все ссылки на игры можете найти в нашем телеграм-канале в закрепленных сообщениях. Подключаем шлем к компьютеру. Скачиваем любой понравившийся нам APK-файл. И закидываем его, к примеру, в папку Download на шлеме. Надеваем шлем, переходим в диспетчер файлов, раздел APK. Здесь появляются наши скачанные игры. Нажимаем «Установить». Готово. Игра появляется в библиотеке в неизвестных источниках. Теперь мы можем ее открыть. На этом видео по настройке шлема, думаю, завершить. Если видео вам понравилось и хотите, чтобы записал вторую часть с инструкцией по запуску VR-игр с ПК через стриминг-ассистент или Virtual Desktop и Steam VR, как все это настраивается, как запускается, пишите в комментарии «Делай вторую часть», и я ее обязательно выложу. А пока подписывайтесь на наш телеграм-канал. Если будут вопросы по настройке, пишите в комментарии. Всегда стараюсь всем отвечать. С вами были Gitways. До встречи в следующем видео. Не, что делать сейчас? Что дальше говорить? А чё VR-порно-то? В Ютубе это VR-порно не покажется, но... В глаза лазером нельзя засветить, кстати. Чё делать?